Глава СК Бастрыкин потребовал доклад от челябинских следователей по инвалиду-колясочнику, которого изводит мачеха. В следкоме начали доследственную проверку по статье «Истязание» после выхода нашего сюжета. Почти месяц Константин жил в страхе от постоянных угроз и оскорблений мачехи. Женщина ежедневно дежурила под окнами пасынка, скандалила и сыпала угрозами. Опять же, стекла. Открывайте. Я тебе спилю решетки, я в окно зайду. Не по первый этаж. Ты понимаешь, чем ты играешь? Открой уже дверь по-хорошему. Психическое здоровье женщины пошатнулось после смерти мужа, отца Константина. Тогда мачеха начала заливать горе. У пасынка спинальная мышечная атрофия. Нанять сиделку стало невозможно. Женщина просто распугивала всех желающих. Сейчас за мужчиной ухаживают соцработники и его друг. А жить с названной матерью колясочник просто боится. Угрозы поступают. Как угроза жизни. Все убьет. Если сюда попадет, будешь на кровати, своей смерти не дожидаться. Заставлю все равно, перепишешь на меня квартиру и так далее. В последний раз, когда мачеха заявлялась к Константину с очередным скандалом, пасынок позвонил в полицию. Правоохранители вызвали спецбригаду.